хорошо выглядим. Ну, новости решили порассказывать. Какие новости? Новости, что у нас вот, блин, изоленты и перемотаны петлички, уже денег ни на что нет. Кто их ломает? Не знаю даже. Жизнь ломает об коленку. Жизнь. Вот благодаря только реквизит какой-то приличный. Кирилл Лопатин бы хорошо с ним смотрелся. Кирилл бы, да. А то он там любитель топоров редкостный. Что? Поздороваться надо. Конечно. Привет, Иван. Всем здравствуйте. Привет. С вами экстренный выпуск Папуха Ньюс. Экстренный очередной выпуск Папуха Ньюс. У нас все выпуски экстренные и все очередные, поэтому привет. Сегодня у нас среда, и мы рассказываем всякие новости из мира Вархаммера, Малифо и прочих систем. С чего начнем? С Вархаммера, наверное. Да. Который АОС или 40 тысяч. Ну, по 40 тысяч релизнулась книжка Death from the Sky. Нет, она самолетики. Она, ну, еще в предзаказе будет, вот буквально. Да. Но уже есть сливы. Да, есть сливы. Потекло. Есть. Потекло по штанине, потекло. Все круто, самолетики с квадронами. Нет, клево. Покупайте. Правильно, и... покупайте как можно больше, потому что так там всегда правила клевые, добавляют новую фазу Dogfight в игру. Если у вас есть самолеты, самолеты стали очень крутыми, они теперь влияют на поле, они могут кататься своими особыми сквадронами, формациями, так называемыми, крыльями. И у каждого там крыла есть свои специальные герои, у каждой фракции свои таблицы, где они получают плюшки. У них разные роли, файтеры, бомберы. Играйте в нашу игру, чтобы играть в нашу игру, пока вы играете в нашу игру. Это очень клево, если у вас есть как минимум два самолета. И у вашего оппонента, если иначе как бы это не прикольно. Ну, уже меньше. Ну, в общем, книжка клевая, смотрим наш обзор, который скоро будет. Играть, наверное, по ней никто не будет, вангую, пока это все в рульбук не впихнут. Ой, будет. Ну, как обычно, это так же, как не мешай. С городами смерти всякими и прочими бредятинами, вот этими от Games Workshop, с этими странными придумками. Нет, я верю, что будет. Но не суть, главное. Главное не это. Главное, что Age of Sigmar получил что? Point Cost. Да ладно, где-то мы говорили. Он получил новую книжку про вампиров. Ну, ожидается. Вот же самое главное. Следующий заход после Оруков – это книжка про нежить. Сливы уже все есть. Да, это возвращение, видимо, Нагаша с его друзьями и вампирскими прочими тварями. Нет, как там Нагаша не будет? Трупоеды. А Нагаш? Там трупоеды. Он не трупоед? Там трупоеды, которые в первую очередь характеризуются тем, что жрут трупы. Это гули всякие. Гули, да, и вампиры из стригоев. Стригоев. Да. Там все очень здорово, модельки старые, много можно сделать. Здорово, модельки старые. Да, модельки можно сделать новых типов посредством китбаша, конверсий, ГВ само это поощряет. Классно, мы посмотрим эту книжку обязательно. Помимо этого вышли уже в продажу орки, руки. Куча. Да. Новые модельки, виверна, боссы, там какие-то новые бруты гигантские. Орки. Что бы то ни было, вы об этом узнаете уже завтра вечером на ФХ, потому что мы сделаем обзор по всему этому добру. Конечно, куда деваться-то? Ладно, проехали с Games Workshop, давай к Forge World. Давай. Forge. Тоже в окрестностях Games Workshop есть фирма Forge World, и они 14-15 мая будет Warhammer Fest в Ноттингеме проходить при участии, кстати, и Forge World. Но они большие любители именно на фестивалях презентовать свои крутые новиночки. Что Рокер они покажут в этот раз? Во-первых, будет лимитная миниатюрка, доступная только на этом мероприятии. Это будет Претор Сынов Хоруса в Катафрактор Море. Очередной бесполезный герой, который никому не нужен, но лимитный зато. Вот. Что еще хорошо? Они показали миниатюрку следующего друга Гаро, Тайлоса Рубио. Вот картиночка. Следующий из рыцарей Малкадора. Еще один персонаж для Хорус Хереси. Берите его себе в армию, играйте. Моделька вот буквально, видимо, релизнется после фестиваля. Ну и на закуску красная книжка про Солара Уксилию. Это уже поинтереснее. Конечно. Это уже поинтереснее, потому что там всякие новые правила, апдейт правил будет, как я понимаю. Ну, в принципе, все красные книги по ереси — это уже событие. Ну, конечно, потому что, по сути, имея три красные книжки, механикумов, Space Marines, ну, Легион Астартес и Солара Уксилию, у вас уже полностью весь справочник по компендиум. Да, игре. По игре, по всем армиям. Но не только же Ерес и Хоруса, единый-то. Конечно. Forge World же
занимался выпуском миниатюр для Fantasy Battle, а теперь пытается эти же миниатюры перевести на рельсы Age of Sigmar. И первая, так сказать, ласточка, ну вернее, раздел-то не переименовали давно, но новенького ничего не было. А теперь у них какой-то герой для House Dwarfов. Да. Форжи эту армию. Раньше эта армия была когда-то у Games Workshop, они ее там пытались продвигать, потом отдали это на Forge World. И сейчас они там для него делают эти правила для House Dwarfов. И вот выпускают какого-то героя. Да, Charter the Executioner для цвергов темных. Да, я считаю, Кентавр Палач, да. Новая вот эта черактер-серия, как и в Horus Heres есть серия персонажей. Такая же в коробочке, красиво все. Можно купить его. И, видимо, даже правила какие-то на и него продать. Будут. И продать. Купить и продать. Если вы не играете в House, то точно. И все будут в него играть. Конечно. Именно. Сомневаюсь. Ну все, давай покончим с Вархаммером. Покончили с Вархаммером. Покончили. Да. Давай еще чуть-чуть про миниатюры, а потом про всякое, да. Про всякие глупости. Про самое, да. Да. А из миниатюр самое, на самом деле только верды отличились по Малифо. Они решили еще больше добавить лимитных лимиток в свою систему и переиздали за 2016 год, обещают переиздать 6 мастеров, которые раньше уже выходили в лимитном виде. Вот здесь картинка. Это будет 6 лимитных миниатюр, которые можно будет либо получить, покупая, ну, покупая или как-то получая таинственные коробки, выигрывая их на турнирах, или обменивая на баллы, которые вы тоже зарабатываете на турнире. Обратитесь к Кенчману, он вам все расскажет в своем регионе. Видимо, как-то так это происходит. Так и происходит. 6 новых лимитных скульптов мастеров, пластик. Может быть, они будут, как, вот, например, Айонус уже собранные, поставляться. Пока информации нет, только вот такая. Главное, картина. Выглядит все очень красиво. Ну, это просто для кастомизации вашей армии. Конверсии в Малифо делать особо не получается. Ну, вот альтернативными миниатюрками классная можно фишка, как-то кстати. Это все молодцы. Развивать. Ну, все, про миниатюрки закончили. Да, закончили. Сразу про глупости. Что Вармаш, вот спросите вас, а где Вармаш? Потому что Вармаш много новостей, много. Они просто лавины из офиса приватиров просто валятся. Нет. Вармаш мы будем отдельно в новостном вармашнистском блоке делать. Я даже сказал, это будет обзор того, чего мы ожидаем. Чтобы остальные не зашкварились просто все это. Вармаш мы будем обозревать скоро, и это будет отдельный выпуск, чего мы ждем в новой третьей редакции Вармашин. А напомню, она выходит третья. Это очень круто. Хорошо. Теперь самое главное, что у нас есть на сегодняшний день. По компьютерным игрушкам. По компьютерным. Ради чего все началось? Игрушки. Ну давай, с не очень важно. Не очень важно, это показали геймплейный. У меня уже синие яйца будут скоро. Как это? Я хочу уже разрядиться, ладно. Сейчас. Геймплей Дисфинга показали. Это, по сути, Верментай в далеком будущем. Но про терминаторов, кастомизируемых, любое оружие там навешивает. Что угодно. Библярии со солдками, там, с топорами, там, черт знает что. Генокрады. Причем не просто генокрады и патриарх, а там еще есть культисты. Да, именно те парни, которые представлены в коробочки Overkill. В общем, кастомайз персонажей, система повреждений там какая-то, модная по сегментам брони. Все это динамично играется. Ходишь, выполняешь миссии, графа красивая. Вот такая будет игра. Там, по-моему, отряды либо 3, либо 4 человека. Ну, что-то такое. Я понял из вот ролика. Все дерутся, бьют кого-то, щиты, молотки, инвули. Опять же, кооператив. Очень классно выглядит. Экшен. Красивая картинка. Будем стримить до усрачки, я считаю, пока не надоест. Ну, в общем, то бишь, да. 2 дня точно. Пока не пройдем, а потом нахер как бы. Ну и теперь самое главное. То, от чего у всех задницы пригорели. Именно. Battlefield Gothic Armada выпускает DLC с этими, по-моему, Стау и с чем-то таким какой-то херней, в общем. Ты же хотел разрядиться. Я уже разрядился. Да, причем по форжовому дизайну. По форжовому дизайну. Dawn of War 3, на самом деле. Dawn все очень War просто. 3, 3 мая анонсировали третью выход часть. Третьей части. Вернее, 2 мая. Так, типа такой тизерок показали. Что же будет 3 мая? А 3 мая такое, ролик. Такое, как будто грибная ямка такая, да, да. Была на тизере. А в ролике показали какой-то, ну, на самом деле, многие подумали, что это какой-то геймплейный, ну, типа ролик, вот, превью игры. А это ни хрена, это какой-то поток сознания. Конечно, это шиза. Это вот. Очень классный шиза. Шиза, как бы, и катарсис ну, такой ну, вот, воплощение так, да, всего катарсис этого. Катарсис испытываешь от, да. Отчасти. Когда посмотришь, а там, черт знает что, ни хрена непонятно. Что нужно было сделать, чтобы переплюнуть ролик первого Dawn of War? Если бы паролись просто в пафос, не переплюнуло бы. Уже не тот эффект конечно. Был бы.
а вот пойти таким путем и сделать такой, ну знаешь, апокалипсис сегодня в мире Вархаммера 40 тысяч. Да, причем половина еще типа, это какой-то там, ну, типа такой аллегория такая вообще. Ну, конечно, аллегория. Аллегория, ничего не понятно, на орки набегают, статус императора, все остальное. Офигенный музон, офигенная режиссура, конечно. И 10 из 10, в общем-то. Игра будет только одним роликом, как минимум, брать. Плюс дали два скриншота, три даже. Три скриншота, там есть имперские рыцари. Да. Что самое-то ценное. Так битва будет больших зяб теперь. Понятно. Ну, как больших? Больше имперского рыцаря, по-моему, никого не будет. Ну, смотри, три раза там будет присутствовать на момент старта. Это космодесант, это элдер и орки. Причем космодесант это Ревенгар. О, не Ревенгар. Blood Ravens, те самые. Капитан Ангелос, бла-бла-бла. И наш любимый форсир Маща. Маща. Это который еще из первого дойдет. Да. Главное, что нам обещают смесь первого Dawn of War и второго с уклоном в первый, то есть мы устроим уже... Главное, что больше нет. Новости канала. Ростислав проспойлер. Возвращается. Это очень то, что многие хотели. Именно та самая РТС. Судя по движку, графике и по, ну, в принципе, тому, как это все выглядит, шикардос будет. Нас ждет шикардос. В первую очередь хотелось бы отметить, что юниты новые все, из кодекса, в Рейсгарды новые, в Рейснайт новый, шикарно. Мне нравится, я считаю, что будет уклон в киберспорт, большой очень уклон, и напоминает уже по графе как старик прям какой-то. Ну, причем террейн очень условный там. Там террейн? Вот карты, ну вот именно текстура карт, она вот как на стол, как текстура стола, по ну, сути. Да. То есть там нет подробностей таких, нет вот там, блин, да. Нагромождения каких-то конструкций. Это на вид ну, как старик. Не факт, что это вот окончательный уже скриншот, да, не факт, что скриншот, опять же, на топовой конфигурации, ну... Да не, ну просто скриншот. Выглядит все вот, вот как есть. В динамике там будет хорошо. Это же ожившие солдатики бегают вот да. У вас в компьютере. По-моему. Это бомба. Сами понимаете, буст Вархаммера произошел из-за выхода игры Dawn of War. Да. Один. Первая часть. Причем, вторая ничего не дала. Самое интересное, что вся как бы, вся школота, вся как бы молодежь, которая под этим Dawn of War 1 подсела, как раз у них сейчас, они уже взрослые все. Так сказать, серьезные люди, и у них-то как раз и пригорает, потому что все неправильно, все не как в первом Довике. А как раз нынешняя вся школота и молодежь, они наоборот проникнутся, я думаю, вот этим вот новым мне домом, нравится. Не играя в старый, они как бы все в это посмотрят и набегут еще и в настолку. Мне нравится, я считаю, это второе дыхание для уже немножко запыхавшегося на... Третье, да, для запыхавшегося на территории СНГ Вархаммера, который более теперь дорогой еще, это вот то, что оживит, нужно бомбить! А самое главное, DLC-шечки можно херачить хоть каждый месяц. Именно. Это... Новые юниты туда добавлять там и прочее, да. Прочее хрень. Я считаю, для Games Workshop это самая важная новость за прошедший год, наверное. Никакой не АОС, там, не Point Cost АОС, а именно выход Dawn of War 3. Кстати, вон релики, его же не делают, и релики обанкротились. А кто... Они делают. Релик и Sega. Sega больше. Как, да, потому что они подхватили под крыло. А Релик, видимо, они там просто наработки свои. Она, контора Релик же, не обанкротилась. Там именно то отделение обанкротилось. THQ как бы само обанкротилось, и там были терки. Ну, в общем, да. Ну, они их, видимо, как-то решили, и Sega выдаст какой-то модный продукт. Как мы говорим в интернетах, годноту. Годноту? Годноту. Но теплоты и ламповости вам все равно уже не видать. Все по-другому. Не факт, посмотрим. Я считаю, нужно хотя бы посмотреть геймплейный трейлер, либо ролик. А это был, видишь, какой-то да. Поток сознания, и поэтому по нему сложно судить. Инсайдерской информации готовился этот проект с 2011 года, и выходить он будет в рождественские праздники. Либо в 2017 году, январь-февраль, вот так максимум. Ну, то есть полгода. Не очень долго осталось ждать. Вот и так. Причем, я думаю, что сейчас опять же появится огромное количество сливов, каких-то новостей, опять скриншоты начнут делать. Пройдут несколько выставок, скорее всего, летних, да, в Америке там будет какая-нибудь. Е3. Ну, что там сейчас вместо Е3, мне кажется, по-моему, Е3 уже есть. Тоже нет. Ну, есть она, по-прежнему осталось. Значит, Е3, там покажут еще больше всего. Потом будут, естественно, альфы, беты и прочие ранние доступы на Стиме. И там уже вообще... Все будет завалено, короче, Dawn of War 3. В общем, тот, кто любил игру, любит как бы вот именно компьютерное воплощение Warhammer 40 тысяч, ну, вам все карты в руки, этот год ваш.
ожидания, потому что будет такое напряженное. Срачи будут и прочее, прочее, прочее. Да. Ну, а кому не интересно, ну, посмотрите картиночки. Вот. Стримчиков, опять же, в итоге будет целая гора. Контента будет дофига, я думаю, по этому вопросу. Верно. Ну, что делать? Сейчас делать компьютерную игру, по сути, вот как два пальца, судя по всему, потому что на планшеты там еще что-то. Вон, инквизиторы по-прежнему пилят этого мартир, который еще как бы, да, там показывали ролик как раз с разрушаемостью объектов пару недель назад. Ну, выглядит все красиво, начиная с героя, потому что он очень брутальный и пафосный. А там же тоже будет, опять же, какой-то ролик. И там не дрищи делают игру-то. Там очень крутые ребята делают, которые сделали Инквизитор Ван... Ой, господи, Иван Хельсинга сделали. Очень крутая игра. Ну, посмотрим. В любом случае, большой блок по компьютерным играм в этих новостях у нас закончился. Новости канала. Новости канала. Мы, как и просили, многие удалили админа, потому что он, к сожалению, взошел. Дай пятюню! Не могу. Почему? А мне не нравится этот момент, что я удалил он админа. Он сам виноват. Виноват, но он не сам повод радоваться этому моменту. Ну как не повод радоваться? Там куча людей уже радуется. Ну, все празднуют, а мне вот немножко грустно, потому что не оправдал ожиданий. Конечно. Запостил всякую. Твой протеже, между прочим. Потому мне и грустно. Я не смог взрастить. Не разобрался этот человек. Мина. А кадры решают все, как мы знаем. Ну ладно, взрастишь другого. Осталось молоко-то еще. Да, тут немного есть. Сиська еще. Ну вот, так что я смотрю, у тебя там нормально уже все. Да. Один дропнулся, три появилось новых. Три, да. И посмотрим на... А что я хотел сказать? Я хотел про что-то про сиську, как-то сбился сразу. Про молоко. Да не суть. Главное, что админ у нас поменялся, теперь их будет три, они будут уже там пытаться нашу группу поднимать и апать еще выше. Это неделя. Это не админ, это редактор. Редактор, да. Поэтому редакторов можно на форумах, вернее, на паблике гонять. Да. Из интересного. На этой неделе мы устроим какой-нибудь интересный конкурс репостов, потому что я уже с Василием договорился, это будет здорово. Второй момент. Мы уже, видимо, прямо вот с этим выпуском запостим объявление о начале покрасочных работ на ФХ, о котором я говорил на стриме. Ну, потому что пора уже. И вот сегодня же, когда ролик выходит в эфир, на общем канале, на Ютубе, на нашем сайте The Station, на котором все постится, для которого все делается, весь контент там, комментарии обсуждалки там, TheStation.ru. На нем выходит вторая часть Battle Report, посвященного превозмоганию десантников хаоса Нургла и демонов Нургла, ну, с другом кровожадом, он там где-то лежит, малыш, помахай ручкой всем, типа, да, ребята, вторая часть будет рулить! Там мы уже показываем Кузькину мать. И это еще не все. Также у нас будет в общем доступе с Андреем Языковым обзор прошедшего турнира, где участвовала эта пачка, Нургла пачка, и анонсы питерского комьюнити. Помимо этого, у нас на этой неделе еще Infinity. Завершаем вот такой толстенный, там часа на 4, наверное, на 5 обзор Бека Infinity. То есть полный подробный обзор Бека Infinity завершается 8-м роликом про инопланетян, где мы рассказываем, на чем кончился таймлайн. Ну вот, перед новой редакцией. У нас Вармаш на этой неделе, Бэк Вармашины. У нас на этой неделе репорт Вармашины. На этой же неделе у нас обзор АОСа, который выйдет, опять же, где-то в районе пятницы. И у нас обзор, посвященный психосилам из нового суплайминга. Тоже подробный разбор. Да, подробный с Арсом мы сделали. Ну, то же самое, просто нашли очень клевые моменты некоторые. Немножко переосмыслили, чуть-чуть. Но в большинстве своем, конечно, он напоминает. Ну, тот был по таким дурацким сканам, тебе уже все по-правильному. Да. Ну, в любом случае, контента будет достаточно. Много. И, возможно, будет стрим, наконец, с Верментайдом. Они не знают, что такое Верментайд, но надеюсь познакомиться с ним, потому что я вчера сидел всю ночь, мне только вдохновением. Во-первых, я закончил поститься, как все знают, да? Я начал жрать, как скотина. Я ночью сидел, зажирал буженину с бутербродами, мне поперло на Верментайд. Я дописал до конца всех героев. Видишь, оформил. Когда постишься, никакого вдохновения. Наоборот, это очень круто. Это такой заряд сгенерировало, а потом как выстрело, ну, и пошло. Понятно. А тут еще и доф. Тут еще и доф. Вообще, просто такой шикардос. Потому что ждите очень крутой стрим. Будет здорово и будет весело. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот там роликов уйма. Сайт thestation.ru. Потому что, еще раз напомню, для Ютуба у нас свой контент, для канала основной контент, для сайта
свой контент. Самое главное, что вы можете там зарегистрироваться. Это да. Ничего для вас не стоит, просто зарегистрироваться и иметь возможность комментить видосики. Да, да, в любом случае всегда можно их покомментить, почитать, что другие люди думают о видео, даже если они закрыты будут, но вы видите полный список того, что есть на канале, всех видео, платных, неплатных, да. И всегда можете для себя решить, стоит ли это ваших денежек поддержать наш канал или не стоит. Ну, новости на сегодня закончились, да. Спасибо, что смотрели, до новых встреч, пока-пока!